Всем добрый день. Вашему вниманию предоставляется распаковочка роутера фирмы Zyxel. Модель Kinetic Extra 2. Так, ну и единственное отличие от более младших моделей, то что здесь присутствует точка доступа Wi-Fi на 5 Гц. Так, ну, то есть универсальный, то есть есть здесь подключение USB, но единственный отрицательный момент — тип 2.0, то есть не более современный тип 3.0. Так, ну и основные характеристики, то есть написано вот на коробке, для чего он предназначен. Ну и что может выполнить. Так, ну и на обратной стороне также присутствует информация. То есть здесь используется процессор MediaTek MT7628M на 575 МГц, ну и со 128 МБ памяти. Причем память DDR2. Так, у меня был предыдущего поколения Zyxel, единственное, Kinetic Omni первого поколения. Так, единственное, там, ну, частота чуть побольше была, 5800, но памяти было 64 гигабайта. Вот. Ну, работает с 2013 года. Ну и вот настал момент обновление его на более новую модель. Ну и требуется мне частота Wi-Fi 5.0. Так, да, здесь скорость подключения до 100 мегабит в секунду, то есть не 1000. Ну, под мои задачи достаточно, ну и под скорость интернета, которая поставляется всеми поставщиками услуг, то есть входим в этот диапазон, то есть минус, что не гигабитная. Так, ну, кому будет интересно, то есть поставьте на паузу и просмотрите более подробную информацию. Здесь есть 4 порта для подключения, порт для подключения интернета, кабеля. Так, ну и 4 антенны и USB. Также здесь можно подключить базовую станцию и модем при желании. Ну и также присутствует на сервисах Google Play и App Store, то есть стандартное программное обеспечение My Kinetic, благодаря которому можно настраивать ваш роутер. Так, давайте вскроем, здесь уже не будем скрывать при помощи ножика. Так, единственное, вскроем и все здесь, давайте вскроем эти пломбы. Посмотрим, что находится у нас внутри. Так, внутри у нас находится стандартная инструкция по эксплуатации. Кабель Ethernet на подключение. Дальше сетевой адаптер, под европейскую вилку,
То есть 12,1 ампер. Где-то 1,5–1,8 метра длина. Так, ну и непосредственно сам в упаковке. Роутер. Так, ну здесь основные характеристики. Санитарные. По две частоты, по две штуки каждую. По опыту предыдущего роутера на 2,4 ГГц. То есть достаточно хорошая улавливаемость в бетонных стенах. В соседних помещений никаких проблем не возникало. Так, ну и здесь тач также. Так, ну и сзади. Подключение интернета, ну и 4 подключения устройств по кабелю. Так, подключение питания, подключение USB. Так, функциональная кнопка. Лицевая сторона. Так, и здесь еще кнопка переключения беспроводной сети. То есть здесь индикатор включения, индикатор подключения к интернету, работы Wi-Fi, ну и подключение USB. Так, ну и вот у него крышка белая. Черно-белого исполнения. Так, ну. Так, возможно, я вставлю с экрана принцип работы данного устройства. Так, смотрим. Так, давайте проверим, какая скорость загрузки при проводном соединении Zyxel Kinetic Extra 2 непосредственно к компьютеру. Ну и какая будет скорость. Так, тарифный план 50 мегабит в секунду. То есть у меня есть еще ночное ускорение 100 мегабит в секунду, но ночного я уже ждать не буду. Давайте проверим. Так, ну и вот видим, то есть скорость загрузки проводной сети интернет-центра, роутера Zyxel Kinetic Extra 2.
Так, ну и давайте посмотрим, как ведет себя этот роутер непосредственно к подключению к сети. Итак, всем спасибо за внимание. Кому было полезно, удачных покупок. Так, ну и до следующих распаковок. Всем удачи, до свидания.